Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру под названием Atlanted Best. Altered. Best. Понимаем. Понимаю. Понятия имею. Понимаете, дело в том, что они... Здесь нужно иметь именно ровную меткость. Сука. Power up. Ненавижу ты его. Ну что это? Тут, понимаете, даже страшно то, что смогу ли я выжить. А-а-а. А-а-а. Окей. Если что, я здесь сдохну. А что мне нужно было сделать? А что мне делать? Окей, я понял. Ни хера хорошего. Блять. Серьезно? Блин. А чё? Ну блин. Ладно, нормально. Понимаете, он прыгает вместо атаки.
Шум! Окей. Окей. Раунд клир. А, это все? А, ну тогда понятно, почему он такой служечный. И жили они вместе навсегда. Человек-оборотень и женщина. На самом деле довольно странная игруля, типа боссы не такие уж сложные. Ну, было два сложных босса. Первый босс, самый сложный, который я считаю, ну если без хпшки, да, вот, ну вообще без сейвов, наверное, глаз, потому что глаз, ты не понимаешь. Ну, типа я понял, что нужно молнию юзать, чтобы он, типа, меня не смог атаковать. Также я, наверное, отмечу босса Шарх, который летучих мышей огненных пускает и херячит этими огненными линиями. Это два таких более сложных босса. Финальный босс, здесь главное, я уже понял, как он атакует. Первый удар. Пуляем, он подбегает молнии. Пуляем, молния. Пуляем, прыжок, молния. То есть он два раза просто атакует кулаком, а третий раз атакует ногой. В конце, конечно, он начал просто ко мне вот так кататься, да и все. Push NK to start the next round. Good luck. В смысле? А, ну это все. Ну если что, ребят, это была первая игра. Самая была первая игра. В жанре... Ну, вы поняли. В жанре приключений с боссами. О, нет, смотрите, это мы просто куда-то идем. Давайте посмотрим, куда... Ну, это, походу, на бесконечные очки уже пошло. А, я еще сохранился. Тут управление, вот ты не понимаешь. Блин, вот... Главное, прыжок, да? Я использую прыжок. Но там, оказывается, не прыжок. И что, тот же босс будет? А видите, он типа убежал, потому что у меня не было способности. И поэтому он убегает. Понимаете, в чем? И заметьте, что я повторно одно и то же прохожу. Как я понимаю, да? Хотя я мог бы... Но этих демонов не было. Поэтому фиг знает. Кажется, мне это просто битвами. Хотя нет, сейчас посмотрим. Если здесь тот же босс будет, тогда да. Давай попробуем.
Welcome to your doom. Сейчас посмотрим. Да, тот же босс. Давайте тогда на этом заканчивать, поэтому... А, это усложненная версия, вы поняли? Поэтому давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.